Всем добрый день. Мы с вами на пляже Лагуна. И походу меня спалили. Я не знаю, может мне уже кажется. Может это действительно звездная болезнь. Но я чувствую взгляды, поверьте. Так оно и есть. Итак, 18 число. Время сейчас в районе 11:30. И мы с вами на пляже Лагуна, как я уже сказал, в районе рыбацкого поселка. Температура воздуха мне неизвестна достоверно, но мой термометр показывает плюс 30 градусов. Хотя скажу вам так, что солнце то выходит, то заходит. И даже непонятно, ходит оно или выходит. Мы же с вами сейчас замерим температуру морской водички. Я, честно говоря, перепарился уже сегодня. Вы даже не представляете, сколько я прошел сегодня. Нет, до Дубая, наверное, не дотянул, но точно походил много. Поэтому остыть мне надо. Блин, я забыл, что я с сухопутной камерой. Надо быть крайне аккуратным. Термометр уже в воде плавает. Водичка, кстати, всякая разная такая была. Вот сейчас я был давеча на одном из пляжей. Не буду говорить, каком, а то будет неинтересно потом вам ждать ролики. Хотя, что там скрывать-то, я по всем прошел. На Касабланке был. Так вот, там была температура... Господи, о чем я говорю? Вода. Вода была прозрачная-прозрачная. Здесь же на Лагуне почему-то она несколько потемнее. Хотя у меня есть этому одно объяснение. Здравствуйте, здравствуйте. Все понял, подписчики, все точно, точно. В общем, у меня есть объяснение тому, что здесь речка поближе, а там на речке сейчас чистят все на свете. Русло, я имею в виду. Возможно, ну не знаю, не уверен. На центральном пляже сегодня была вода тоже прозрачная, очень даже хорошая. Для тех, кто скучает по пляжу Лагуна, вот он, пожалуйста, смотрите. Рыбацкий видно. Я сейчас, конечно же, в обязательном порядке сниму ролик про рыбацкий поселок. Здесь прогуляюсь и пляж покажу вам немножечко. Ну, пляж, наверное, везде одинаков. Я имею в виду в плане того, что везде люди кайфуют, загорают, отдыхают. А вот жизнь на набережной все-таки немножечко изменилась в лучшую сторону. Народа стало побольше. Итак, друзья мои, да ну нафиг. Почти 24 показывает мне термометр. Давайте я еще раз его опущу. Складывается впечатление, что во всяком случае по сравнению со вчерашними моими замерами, здесь водичка несколько потеплее. Ну, это как бы не впечатление даже, это уже сравнительный анализ, так как в центре была вчера, когда, вы помните, мы замеряли с Марией на САПах, температура была 22 с копейками, здесь мне почти 24. Ну, сейчас я еще раз замерю. Сейчас мы еще раз с вами... Подождем чуть-чуть. Ну что, думаю, что уже пора. Ну, обратите внимание, я напоминаю, что деление где-то 2 градуса чуть-чуть не достает до 24 градусов. Чуть-чуть. Но если честно, когда я заходил сегодня утром плавать на пляже Талипса. Водичка чувствовала, что была попрозрачнее. Сейчас же вот она намного-намного теплее, даже когда я заходил. Хотя я заходил распаренный тоже. Показать вам, сколько я сегодня прошел. О, уже 1000 калорий с лишним прошел. Я не знаю, сколько это километров. В общем, все классно. Но чуть-чуть не хватает солнышка. Хотя наверняка не хватает его тем, кто загорает. Мне даже хорошо для прогулок, когда солнце несколько поменьше. Ну что, друзья, вот такая вот обстановочка в Лазовском, такая погодка на пляже Лагуна и рыбацком поселке. А я пойду сейчас снимать непосредственно рыбацкий. Всем пока, всем доброго дня. Привет из Лазовского. Руки мокрые, блин. Так, сейчас пойду еще пообщаюсь с подписчиками.